Итак, в Дагестане впервые прошло публичное обсуждение проекта республиканского бюджета. Глава региона Владимир Васильев ответил на вопросы республиканских и федеральных журналистов. Встреча проходила в студии РГВК «Дагестан». Владимир Васильев отметил, что принципиальная позиция новой власти заключается в прозрачности. Именно поэтому обсуждение такого важного финансового документа прошло в открытом формате. На встрече отметили, что бюджет ориентирован на повышение качества жизни и благосостояния людей. Достигать этого местные власти собираются через развитие социальной инфраструктуры республики. Бюджет позволит в предстоящем году построить и ввести в эксплуатацию 18 школ, 11 из которых за счет роста инвестиций, 22 детских сада. Кроме этого, Дагестан возглавил список крупнейших получателей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. В 2019 году наш регион получит более 66 миллиардов рублей. Это стало возможно благодаря договоренности Владимира Васильева с президентом страны. Всего беседа с журналистами длилась 2 часа. Более подробно материал о брифинге смотрите в наших следующих выпусках.